начинаем. Стоп, атака, действие. 1-0. Сильнейшие на одной площадке. Степан и Максим – мастера спорта по фехтованию. Выступать только готовятся, но волнения нет. Дома и стены помогают уверенные спортсмены. Перед началом соревнований нужно удерживать долгое время концентрацию, потому что соревнования будут идти долго. И нужно подготавливаться не только морально и физически, но нужно еще быть готовым к разным ошибкам, судейским, так и своим. Всероссийские соревнования по фехтованию проходят в 19-й раз. Их еще называют турниром памяти мастера спорта и директора школы Олимпийского резерва Елены Володиной. Она внесла большой вклад в развитие этого вида спорта, а своим воспитанникам передала бесценный опыт. Ну, так получилось, что Елена Николаевна не увидела этот турнир, и турнир стал ее памяти. И мы будем проводить этот каждый год. Ребята с удовольствием из разных регионов приезжают. Юлия представляет команду Курской области. Ребята приехали побороться в личном зачете. Разобрать поединки и поддержать спортсменов считает тренерским долгом. Зал очень большой, на самом деле очень комфортно. Трибуны есть, дорожки, судьи квалифицированные. В общем, очень достойно, на уровне. Сезон у фехтовальщиков складывается из соревнований и сборов. Турнир является подготовительным этапом к чемпионату и первенству России. А еще для спортсменов до 23 лет это хорошая возможность попасть в сборную. У нас просто есть тактическая правота в рапире, поэтому каждый бой надо судить, чтобы в спорных ситуациях судья определял, чья тактическая правота, да, больше. Ну, там, следил за нарушением правил. Впереди одинцовских фехтовальщиков ждет насыщенный сезон. Турнир – основной старт этого года. Теперь ребятам предстоит подготовка к чемпионату России, который состоится уже через месяц. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».